деньги на сигареты. Картошку бери сам. Что там надо, моркошка? А, Владимир Иванович. Да, Сергей. А у меня все. Одна осталась. Да, Сергей. Одна осталась. Пачка пустая. Все. Сигарет не взял? Не брал. Тут таких нету. Надо в покупочку идти. Здорово. Что-то там было. Да, что-то есть. Холодненькое. Давай покурим тогда, Владимир Иванович. А ты сейчас что, за картошкой? А? Вот как курить бросить окончательно? Как без курева жить, Сань? Да как? Люди же бросают. А? Терпят. А? Три дня крепятся. И все проходит. Неделю от силы. И все. Конфеты ешь, Владимир Иванович. Какие? Да любые, какие возьмешь. Чтоб курить не хотелось. Картошку надо взять и сигарет надо взять. Ну пойдем, я в сторону дома, ты в сторону магазина. За картошкой. Или ты в ту покупочку пойдешь? А? В ту покупочку. Где? А что? Я тоже должен. В другую? За молоко и за уксус. Женя 1.5 литра молока дал там до сегодня. Ну вот. Пей, не хочу. А? Угу. Чё, да сейчас оставлю. Ваше благородие. Давай, дядь Вов, вари суп гороховый. Забегай вечерком. Олег приедет, Заволокин. Может к тебе прийти траву выкашивать триммером. Дома будь вечером, Владимир Иванович, до темноты.